Очень необычно и замечательно, спасибо. Что особенно необычного было в этом спектакле? Необычно, ну, конечно, трактовка, конец. Все это вот именно очень правильно сделано, именно для нашей жизни сейчас. И это было уже и в середине, такие ощущения возникали, что все не так, все просто и не весело на самом деле. Очень хорошо сделано.